Всем привет, с вами Игорь Москвин. Сегодня будет обзор на вот такой вот замечательный клеевый пистолет Стайер. К нему я купил также клеевые штуки. Вот. 385 рублей стоит сам пистолет и 90 рублей стоит клей. Вот. Сейчас будем разбирать, открывать и смотреть. Внутри расположен гарантийный талон, вот такой вот беленький. Вот. Идут в комплекте два клея. Такие пробнички. Можно будет ими поклеить. Наверное, сейчас займемся этим. Прицепляем подножку к нашему клеевому пистолету. Вот так вот она открывается и можно поставить. Если она вам мешает, можно ее убрать и все. Вот, давайте вставим клеевые палки. Так, одна засовывается достаточно глубоко и можно даже засунуть вторую. Вот, ну попробуем. Ну, да, работает. Вот, сейчас тогда воткнем в розеточку и будем пробовать что-нибудь клеить. Ну, давайте попробуем поклеить коробку. То есть вот мы берем клеевый пистолет, нажимаем на курок и потихонечку проводим линию с клеем. Чуть-чуть в другом уголочке прихватим. Ну, в принципе, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели мое видео.